Предлагаю своим подписчикам и просто любителям программы Excel разгадать умный кроссворд, который вы можете наблюдать у себя на экране. Файл с умным кроссвордом, как обычно, можно скачать по ссылке под этим видео. Еще у меня есть хорошая новость. Я сделал канал про Excel в ТикТоке. QR-код вы можете наблюдать сейчас на экране. Для того, чтобы его открыть, вам необходимо зайти в свой профиль и отсканировать данный QR-код. Или просто в поиске вбейте «Все об Excel». Там вы найдете самые необходимые функции и формулы, которые всегда будут у вас под рукой. Не забываем подписываться и ставить лайки. А сейчас давайте вернемся к нашему кроссворду. На листе на первый взгляд вы видите самый обычный кроссворд. Но не стоит расстраиваться, если бы он был обычный, то не назывался бы умный. Фишка данного кроссворда заключается в том, что его можно отгадывать не только зная ответ на вопрос, но и по буквам, как в поле чудес. Первый вопрос по горизонтали звучит так. Внешние очертания, наружный вид предмета, а также средства для добавления, изменений, удаления и смотра данных. Конечно же, это форма. Давайте введем ответ в соответствующие ячейки. У нас с вами был вопрос «Единичка по горизонтали». Вводим наш ответ в слово «Форма», каждую букву свою ячейку. И что мы наблюдаем, что каждая введенная нами буква подсвечивается желтой заливкой. Мы дали правильный ответ на вопрос. Но что будет, если мы пока затрудняемся с ответом? Рассмотрим четвертый вопрос по горизонтали. Трехэлектродная электродная лампа. Сходу я не скажу ответ на такой вопрос. Что же делать? Давайте гадать по буквам. Для этого давайте в ячейку введем букву А. И что мы наблюдаем? Буква выделилась красным зачеркнутым шрифтом. Букву мы угадали с вами неправильно. Давайте вместо А попробуем ввести букву Т. Угадали. Действительно, ответ на вопрос трехэлектродной электродной лампы начинается на букву Т. Ну а дальше угадывать или отвечать сразу на вопросы я не буду. Оставлю эту возможность вам. Напоминаю, умный кроссворд можно скачать по ссылке под видео. Ну а я пошел готовить новые уроки. Ах да, совсем забыл. Если кому-то интересно построение такого кроссворда, пишите об этом в комментариях, и я обязательно сниму видеоурок. Не забываем подписываться на канал и ставить лайк. Всем удачи!